Да. Раньше так было. Не то чтобы добивалась, но я хотела, чтобы я понравилась. И потом, когда я начинала нравиться, у меня интерес пропадал. Сейчас что-то напишу. Hi, beautiful girl. Hi. Чечен здесь? Откуда вы знаете, вы что, с начала эфира сидите? Капец, на весу неудобно писать. I'm not princess, I'm a queen. Блин, Хусейн где? Он обиделся на что-то? Хусейн, возвращайся, я тебе открытку рисую. Позовите Хусейна. My name is 2K. Так. Алло, а где Чечен? Где все, пока я рисовала? Ой. Пока я писала, почему все пропали? Я не уделяла вам внимания. Ой. Хусейн, наверное, пошел работать. Блин, реально ни того, ни другого. Обнаглели, ладно, подождем, сейчас зайдут. Эх. WhatsApp, Ники. Ой, Ники. WhatsApp, Ники. WhatsApp, Ники. Он не знает. Короче, я сделала открытку. Жалко, они вышли. У них такая любовь. Что еще им нарисовать? Ребят, я нарисовала сердечки как в знак любви. Что еще? Мне это не пригодится больше? Офигеть, мне это, надеюсь, не пригодится. О, у меня аж сердце заболело. Да мне же эта бумажка не нужна, да и уже права есть. Зачем она? Ну я так испугалась, блин, думаю, а вдруг пригодилась бы. А я тут открытку любовную рисую. Что еще в знак любви? Я сердечки нарисовала. Еще что нарисовать? У них просто нереальная любовь между двумя парнями. Ха. Надеюсь, их нету еще здесь. My name is Chukey. Сердечко. Сердечко. Солнышко, может быть. И солнышко будет лишним. Она у нас в то же время должна быть эстетичная открытка. Здесь много сердечек. Могу их разукрасить как вариант. Это знак равно, если что, снизу надо почетче нарисовать. Все. Когда зайдет, я покажу им открытку, которую я сделала. Handmade. Тандвики Ин и Ян.
Блин, не надо, пожалуйста, ребят, не отправляйте вот это в гости. Позовите Хусейна. Этот, знаете, позовите Олега. Олега позовите, у меня так только Хусейна. Хусейна и Чечен. Как я ему могу отправить само приглашение? Привет, привет, ребята, всем привет. Уходит. Я с Астаны. Астана, Нурсултан. Нурсултан, Астана. Астана, а, нет, Павлодар, сердце мира. Оттуда, Роберт. Короче, я, наверное, все-таки пойду схожу где-нибудь вкусно покушаю, потому что еда поднимает настроение. Вкусная еда вдвойне поднимает его. Все должно быть вкусно и полезно. Может быть, какую-то рыбу поесть? Стейк. Что-нибудь такое можно поесть, да? Hola, тут мои амигос. Да, я платина зависимая, Гуччи перезвонили. Ребята, как мне определенному человеку отправить приглашение? Да, блин, вы что специально это делаете? Я сыр. Не отправляй. А почему здесь написано стрелочка 1? Сейчас я приглашу, я поняла, ребятки. Я, оказывается, могу отправлять приглашение только с кем мы взаимно подписаны. Своим друзьям могу отправить, ему не могу, на него не подписано. Ладно, я эту открытку сохраню, потом, когда она зайдет, покажу. С любовью, with love. Всем привет, ребята, как дела? Что делаете? Как погода? Как настроение? Ну, конечно, настроение у всех отличное. Сегодня суббота. Уже почти вечер субботы. Как еще может быть, да? Блин, не достигнуто. Что такое? Почему? Мы серьезно не можем туфли собрать? Офигеть, только 12 туфлей подарили. Давайте 6 туфлей закроем. Реально, погода плюс 22, это где? Где такая погода? Tell me why you always on my mind. Always on my mind. В Израиле, блин, счастливые вы. У вас есть дарители тут? Ни одного дарителя. Конечно, да. И кто мне потом закроет эту цель, да? Tell me why you always on my mind. Always on my mind. Always on my mind. Кстати, нужно позвонить. Я вырубаюсь. Я со Станы. Hello, beautiful. Hello, hello. Где донатер? Донат, 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 донат. Донат, донат. Астана, Нурсултан. Короче, ребята, я спать захотела, наверное, сейчас выйду, отключусь, посплю немного, потом... Потом пойду поужинаю уже где-то. Я со Станы. Идем ко мне, моя бусинка, испугалась чего-то. Моя самая красивая. Она спала, спала, резко испугалась.
Наверное, что-то приснилось. Я не знаю, откуда вы. Идем. Пойдем, мамочки. Моя бусинка, что-то приснилось тебе страшное? Идем, я тебя пожалею. Сладкая моя девочка. Почему индусы отправляют всегда запросы на совместную трансляцию? В гости отправляют запрос. Мия, не надо. А, блин, короче, ребята, я пошла, мне надо записаться на завтра. Я попозже перезайду. А то потом не останется.